И в жизни, и в смерти мы вас спалим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол – вестник беды. Они идут! Нет, стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом! Роза здесь? Ладно.
что здесь делаешь? Назад. Нет, не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Идем! Скорее! Скорей, скорей! Побыстрее ты не мог! О, да ерунда. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза! Открой мне, это Елена! Тихо, не ори, они могут услышать! Юлиан, спокойно! Кто это? Это друг! А ну назад! Отец! Юлиан, бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех! Мой отец умирает! Нас это не волнует! Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика! Хватит, они наши друзья! Прошу, входите! Ну же! Сюда. Ты не из деревни? А, нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Жди здесь, я схожу к остальным. Сюда.
Вот сюда. Все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Антон, он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то. Он за подмогой. Да, он пошел... За подмогой. Он скоро придет. Помолимся. За него. И за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас хранить свет. Жизнь и смерть мы вас славим, Матерь Миранда. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что ты говоришь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Отпусти! Елена? Отвали! О, Боже! Мне очень жаль, отец! Слушай, слушай. Это был уже не твой отец. Ты все правильно сделал. Елена! Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет. Нам нужно выбраться. Мы сможем. Надо выбираться.
Черт, быстро разгорается. Что ты задумал? Отойди, я попробую сломать. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Держись, залезай. Идем. Спокойно, постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может... Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава Богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много! Эй, не говори так! Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет! Отец мертв, это уже не он! Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет! Стой там! Давай, дай мне руку! Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Почему все вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Я не понимаю. Бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт! Midnight moon rises on black wings. We await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Quit your whining. We're almost there. Where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields.
Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen! We thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we'll all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters, welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job.